Автоматический звонок. Изобретатель Никита Кондратьев. Восьмиклассник в робототехнике, новичок. Всего пару месяцев назад стал увлекаться технологичным искусством, но этому не помешало выиграть городской этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Сам аппарат состоит из компьютера, светодиодов и экрана. Работать он может как в автономном, так и в ручном режиме. Система уже внедрена в процесс. В 23-й школе сама подает звуковой сигнал. Когда мы хотели сделать устройство, мы смотрели всякие разные проекты. Они все были бесполезны. Мы хотели сделать что-нибудь полезное для нашей школы. Так зародилась идея сделать автоматический звонок. Он упростит работу нашему вахтеру. Всего на городском этапе свои работы продемонстрировали 9 разработчиков. Проекты представили в режиме онлайн, эпидситуация сыграла свою роль. На одном победителе жюри не остановилось. Еще один проект – это робочист. Работает он в автономном режиме, основой из Лего Ева-3. Начинка позволяет ему чистить поверхность, минуя препятствия. То есть что, включаем аппарат и наслаждаемся уборкой. Робочист – дело рук Юлии Кухто, преподавателя информатики 34-й школы. Все по-честному. Возраст участников от 14 до 35 лет. Лучшие проекты – это школы 23 и школы 34 идут на областной этап 18 декабря на область, в город Могилев. Церемония награждения прошла в 34-й школе. Никто не ушел с пустыми руками. Для победителей – статуэтки и денежные премии участникам благодарности. И дело даже не в наградах, все ребята – гордость города. Подтверждает это и пристальное внимание к конкурсу со стороны местных властей. Ребята, которые сегодня получили заслуженные награды, и, конечно, те, которые прошли на областной конкурс, это будет путевка для того, чтобы они вышли на республики, и имена бобруйчан мы услышим еще и в городе Минске. Как сложится дальнейший конкурсный путь победителей, нам еще предстоит узнать. Пока ребят ждет подготовка и где-то доработка своих проектов. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.